Доброе утро! Это рубрика «Разбор полетов». Меня зовут Яна Иванова. Я инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по городу Красноярску. И сегодня мы с вами поговорим о соблюдении дистанции. Начнем с теории. В правилах дорожного движения прописано то, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до впереди идущего транспортного средства, которая бы позволила бы ему избежать столкновения. На данном видео мы видим, что уже произошло дорожно-транспортное происшествие, и во время оформления уже другой водитель, не соблюдая дистанцию, по какой-то причине не останавливается, не замечает и совершает столкновение с автомобилями. Подобное дорожно-транспортное происшествие – одно из самых распространенных на городских дорогах. Причина этому – это невнимательность или то, что водители используют за рулем телефоны и другие современные гаджеты. Кстати, в правилах дорожного движения написано, что водителю запрещается пользоваться телефоном при движении, если в этом телефоне нет устройств, позволяющих вести переговоры, не используя рук. Ответственность за использование телефона водителю грозит штрафом 1500 рублей. А за несоблюдение дистанции водитель также привлекается к административной ответственности за неправильное расположение автомобиля на проезжей части, где также штраф 1500 рублей. Это была рубрика «Разбор полетов». Меня зовут Яна Иванова. Я инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по городу Красноярску. Соблюдайте правила дорожного движения и безопасных вам дорог!